Всем привет! Я лечу в Америку, в Лос-Анджелес. Города работает кошачий патруль, и его цель – отлавливать крыс. Единственный город на планете, который дважды принимал Олимпийские игры. Пора покушать. Ветерок. Куда мы приехали? Блермонт. Гора медведя. А тут водятся медведи? Да. Они большие? Не видел. А они белые? Они коричневые. Ну черно-серые. Ладно. Черно-серые. Ну ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо за интервью, Дмитрий. Мы едем на Гранд-Каньон. И из Лос-Анджелеса дорога составляет 7 часов. Это штат Невада. Практически нет общественного транспорта, и люди передвигаются на машинах. Если, например, вы выйдете на улицу Лос-Анджелеса без машины, то к вам начнут подходить люди или полицейские и спрашивать «What's up with your car?» То есть они не поймут, почему вы идете пешком. Все передвигаются только на машинах. Две машины. Одна, в которой мы сидим, одна вот. Мы приехали на Гранд Каньон, и хочется сказать, что он огромный. Посмотрите на это. Спросите меня, почему я записываю с закрытыми глазами. Когда вы приедете на Гранд Каньон и здесь будет солнце, вы поймете, что вы не сможете открыть глаза или использовать солнечные очки. Конец! А еще, ребятки, я хочу пожелать вам побольше путешествий. Это прикольно.